Россия приехала в Доху, переисполненная энтузиазма, а уехала, потерпев поражение, пишет Ле Фигаро. В понедельник цены на нефть трухнули, увлекая за собой курс национальной валюты. Однако в конечном итоге рубль смог стабилизироваться, а российские власти сразу постарались минимизировать значение поражения в Дохе, отмечает корреспондент Пьер Авриль. Одно можно сказать с уверенностью – этот эпизод не пойдет на пользу политическому престижу России, констатирует журналист. Не будучи членом ОПЕК, страна приложила все усилия, чтобы заключить соглашение, призванное поддержать цены как из дипломатических, так и из экономических соображений. На фоне сирийского кризиса и растущей вовлеченности России в события на Ближнем Востоке, Москва раскрыла свои нефтяные карты с геополитическими целями, причем вопреки мнению собственных энергетических компаний, в частности, находящимся в процессе частичной приватизации Роснефти, которая хотела продолжить добычу для сохранения своей доли на рынке, подчеркивает издание. На этой неделе НАТО проводит первую формальную встречу с Россией на фоне напряженности из-за серии близких контактов с вооруженными силами США, пишет The Times. Встреча в Брюсселе в среду планировалась несколько месяцев. Однако существует опасение, что эти маневры могут спровоцировать кризис в отношениях России с НАТО. Аналитики утверждают, что отношения переживают самый опасный за последние 25 лет период, пишет корреспондент Том Парфит. Москва обвиняет НАТО в расширении и наращивании присутствия в Восточной Европе. В повестке дня встречи – конфликты на Украине и в Афганистане. Однако представители НАТО настроены принять меры, чтобы избежать эскалации, отмечает издание. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг должен прекратить разговоры о российской агрессии. В противном случае это заседание как началось, так и может закончиться без всяких результатов и, главное, без последствий, цитирует издание. Кандидат на должность главнокомандующего войсками НАТО в Европе, выбранный президентом Обамой, заявил в четверг, что должны быть рассмотрены все варианты, включая военную силу, при продумывании Вашингтоном ответа на недавнюю российскую агрессию по отношению к американским силам, действующим в Восточной Европе, пишет The Washington Times. Отчет генерала армии Кёртиса Скапоротти перед Сенатской комиссией по вооруженным силам имел место почти через неделю после того, как российские истребители и вертолеты-штурмовики неоднократно пролетели над бреющим полетом над эсминцем ВМФ США Дональдом Куком, выполнявшим патрулирование в Балтийском море, говорится в статье. Обама выбрал кандидатуру генерала Скапоротти, в настоящее время командующего американскими силами в Корее, в марте. Он должен прийти на смену генералу Филиппу Бридлову, уточняет издание. Российские чиновники отрицают, что инцидент с Дональдом Куком был провокацией, однако эсминец имел право выстрелить по российскому самолету, как заявил в понедельник госсекретарь США Джон Керри. Тем не менее, Обама не поднял этот вопрос в понедельник в телефонном разговоре с Путиным при обсуждении других вопросов безопасности.